Всем привет, с вами Лёви Геймс, и это Roblox Арсенал. Люди, блин, я давно в эту игрушку не играл, все сразу же тут же проиграл, сейчас новую команду. Вот, смотрите, в меня целят, смотри. Вообще не знаю, что здесь произошло, что здесь было. Вот сейчас я только подключился, сейчас будет новая игра, и начнем с вами новую игру. Давайте выбираем карту, это я точно помню, что выбор можно сделать. Блин, давайте вот эту выберу, потом здесь что, блин, не знаю даже. Давайте вот так ротацию и две команды. Все, вроде выбрал, все хорошо. Давайте ждем, смотрим, что у нас тут происходит. Пока вроде бы вот так вот, надо хоть научиться, как тут бегать. Так, здесь баксы дали, у меня 6-й уровень. Кто не видел, я один раз играл, но давно-давно играл. Так, две команды будет или нет, давайте смотреть. Так, вот сюда, все, отлично. Побежали, понеслась. Нормально. О, это я что ли завалил кого-то? Нормально, понеслась. Меня завалили, все супер, блин, прикольно. Давно уже хотел что-то я вот так вот поиграть. Сейчас посмотрим, как получится. Вот так вот помню, что можно сделать. Вот так. Где, никого не вижу. Вот так. О, нормально. Вон там, смотрите, чувак. О, меня завалили. Ничего себе, тут прыгания вообще идут полным ходом. Так, выбираемся отсюда для начала. Смотрите, все прыгают. Понеслась. О, вон там, есть, двоих сразу. Серьезно? Блин, звук какой прикольный стал. Есть, нормально. Вот это берем. Вот так. Ах ты, блин, меня подстрелили. Так, я убил кого-то или нет? Да, я кого-то точно убил, сто пудов. Блин, прикольно, я уже начинаю убивать. Это первая моя штука. Вот так, есть. Ах ты, блин, промазал. Ладно, ничего страшного. Где, кстати, свой ник? Не вижу. Вот, вижу свой ник теперь. Так, ну-ка, полетели. Вверх. Кого-то убил, отличненько. На, есть, отлично. Ах ты, блин, хотел в того. Так, что тут у чувака? Какая-то штука непонятная, нормально вроде. О, блин, в воздухе хотел. Есть. Есть, завалил. Полетели. Еще, есть. Отлично. Это у меня, что ли? Нормально. Тоже неплохо. Так, давайте вот эту жизнь заберем быстренько. Где? Не вижу. Вон там. Нормально. Ну как вам, люди? Как вам игра? Блин, пока все офигенно. Я на каком-то месте пока на 5-м сойдет. Но здесь вообще мне очень неудобно. Жесть, надо привыкать. У меня даже стрик был. Страйк, точнее. Не стрик. Так, давайте вот эту деревню. Я ее помню хотя бы. Так, стандарт. Ну давайте. Давайте стандарт выберем. Две команды. Все, нормально. Так, что у нас в итоге? Стандарта выбрали. Виллу. Тоже похоже. Так, здесь как танцевать можно? Я тоже танцевать хочу. Во. У меня тоже танцы. Нормально. Поехали. Сразу понеслась. 6-й уровень. Сразу. Тут же все, команда выбрала. Чё такое у меня? Чё это такое? Увидели? Я первый раз такое оружие вижу. Да что такое? Чё это такое за оружие? Офигеть. Я давно не играл в неё. Нормально. Это я завалил или нет? Походу я. Нормально. О, оружие меняется. Оружие походу просто меняется. Так, смотрим, кто здесь. Там стрельба, побежали туда. Никого. Здесь тоже никого. О! Есть, завалил. Нормальненько. Блин, испугал меня, чувак. Чувак, не пугай меня. Офига, огнемет появился. Бомба. Фига себе, круто. Вот это вообще нормально, видали? Так, здесь кто-то есть. Нормально, завалил. Фига себе, пушки здесь вообще, вы видели, какие пушки крутые? А я что, на первом месте, что ли? Вот это да. Нормально, я на первом месте, чуваки. Нормальненько, завалил этого тоже. Завалил этого. О. Чувак, иди сюда. Иди сюда, клоун. Завалил. Это был не клоун, только вроде бы, но похоже. Ух, блин, почти. Завалил, да, походу, это мое считается. Так, смотрим, пока пистолет прикольный. Ух ты, блин, там какой-то светящийся крутой чувак, походу, да, он меня быстренько завалил. И далее. Так, смотрим, сюда бежим. Ай, блин. Ах, как он меня, надо тоже, кстати, было резать. Чё я, блин, мне же надо знать хоть как это сделать. Я даже не знаю, как переключаться, я забыл. Здесь ничего нету, никого. Здесь кто-то вроде был. Есть, завалил обоих.
Неплохо, пистолет. Есть, завалил этого. Ах ты, блин. Это что у меня какое за оружие было? Я даже не знаю, что это за оружие вообще такое. Калаш, калаш точно хороший. Но он вроде всегда во всех играх хороший. Там стрельба, пальба, пока иду с этой стороны. Блин. Никого нету. О! Нормально, завален. Тоже завален. О, какая-то, смотрите, пушка крутая. Ну-ка, давайте вот сюда. Лучше вот сюда, наверное. Ух ты! Ах ты, блин. Почти, я на первом месте иду. Вы прикиньте, это ж вообще бомба. На, ой, блин. Я думал, я в голову попаду ему. В итоге нет, он шариками забил меня. Так, здесь никого пока. Смотрим, смотрим. Блин, со снайперки здесь, конечно. Ах ты, блин, поджарил меня, смотрите, быстрей, быстрей. Он нормально сойдет. Есть, завалил. О, наконец-то эту снайперку сменил. Здесь, конечно, снайперка просто ужасная. Ну, может, для кого-то хорошая, но мне что-то она так себе заходит. Так, смотрим, дальше понеслась. Где война? Я войну в самый бой гущу. О! Завален. О, этим чуваками теперь буду биться. Завален, отлично. Хорошо. Что-то у меня уже пошло. Отлично, еще завален. Так, вот здесь что-то есть. Блин, я хотел только взять здоровье. Так, я уже, кстати, на втором месте. Не особо хорошо, походу. Блин, я так не попаду. Эх, мимо. Он меня завалил просто так. Блин, так же еще теряется. Кстати, надо мне посмотреть, как вообще это. Здесь я просто посмотрел пистолет. Нормально. Сойдет. Смотрим, где мы вот сюда вот. Смотрим, что здесь у нас. Здесь какие-то выстрелы. Ну-ка вот сюда иду. Нет, здесь тоже никого. Вот сюда лучше. Блин, да они здесь все появляются. Никого. Есть. Все, завалили. Так, надо мне, кстати, вот как нож. Все, теперь я знаю, как нож. Все, попробовал. Ты на третьем месте, люди, как вам? Не забывайте, кстати, за такое поставить лайки обязательно. Блин, это ж круто. Так, смотрите, давайте я вот эту помню карту, ее и буду. Давайте в рандом. Все, нормально. И две команды. Понеслась. Что они выбрали? Автоматикс. Автоматические, что ли, только оружие будут? Ну, походу, ими будем играть нормально. Это один я только рандом, да, выбрал. Ну, ладно, все равно прикольно. Давайте посмотрим. Седьмой уровень, кстати, смотри, у меня поднялся. Во, карта нормальная, я ее хотя бы более-менее знаю, вроде бы. Понеслась. Только автоматическое оружие, так это круто. Так, сейчас они здесь, наверное, будут появляться. Нормально. Нормально, всех завалил. Как вам такое, а? Ой-ой-ой. Присядем. Этот еще жив. Так, у меня, походу, что-то зависло, залагало. Все, меня завалили. Ладно, ничего страшного, нормально пока. Битва идет, как он такой, а? Валим этого просто без конца. Без конца. В головешку все запускаем. Ай, блин. Нет, не получилось. Пока по 7, смотрите. Нормальненько. Ах ты, блин, меня завалили. Я даже не заметил. Сбоку. Неплохо все равно. Понеслась, понеслась пока. Да, блин, а. Пока бежишь тут. О, мне дали очко, походу, да? Вот того чувака завалил. Тоже неплохо. Одно убийство уже хорошо. Смотрим, что здесь. Завален. Ах ты, блин, надо было этого валить, который ближний. Ничего страшного, пока вроде бы нормальненько. Кстати, пулемет хороший. На. Вот этот ближний завален.
Ах ты, блин, вот какие они, смотрите-ка. Так, у меня пока что-то так себе с местом. Есть, есть. Так, ну-ка надо, это наверху мои стреляют. Вот сюда пойдем. Блин, как меня быстро завалили, даже не успел. Кстати, вот этот чувак, по-моему, хорошо играет, так не кажется вам? Блин, с этой стороны, что-то как-то все, надо взять себя в руки и начать воевать нормально. Завален. Этот не завален. Вот здесь, смотри, какая толпа, надо сюда быстрее врываться и всех валить. Побежим. Ах ты, блин, нормально, все равно очко мне дали, да? Это ж мне очко дают, когда такой звук. Кстати, звук прикольный. Так, по-любому очко мне дают. Блин, я даже что-то все уже растерялся. Ну-ка, давайте-ка быстренько. Блин, вот это, смотрите, катка не особо. Походу, я карту так не знаю. Теперь сзади. Блин, а чё я его не убил? Какая-то жесть. Стрелял вроде хорошо. Ну, хотя не очень хорошо, конечно. Хорошо бы стрелял бы. Ох ты, блин, посмотрите как. Стреляет чувак тут сверху. Настреливает. Нормально, завален. Ах ты, блин, посмотрите как он стоит, да? Видали? Нормально так. Еще сейчас его возьму. Ты чё, куда ты, чувак? Я не попал ни разу, я вроде стрелял нормально в голову, чё-то ни разу не попал вообще. Смотрим, где тут чуваки все, здесь вот. Завален. Теперь вот сюда. Опять чувак этот же выиграл, да, по-моему, который и до этого? Блин, у меня пока место что-то вообще далеко. Но здесь, кстати, битва, смотрите, была нормальненькая вообще прямо. Прям вообще хорошая. Так, ладно, ничего, давайте вот, наверное, вот эту вот штуку и какую-нибудь, блин. Давайте вот это, легендарные комплекты. Ну, попробую. Вот ушная, смотрите. А это не легендарная. Ну, в общем, что-то такое. Сейчас посмотрим. Посмотрим, что будет. Так, я хочу уже. О, нормальная карта. Вот такая, а нет, такую карту я вообще не знаю даже, ничего себе. Ну что, посмотрим, давайте такую карту. Вот это да, первый раз на такой карте играю, я же давно не играл. Ей-ей, не получилось. Быстренько завалили, ничего страшного. Да, давай, перезаряжайся быстрее, о, нормально, хорошо. Ох ты, блин, что-то там заоружил у кого-то. Валят просто моментально. И я что, попасть не могу, что ли, ни в кого? Жесть, как я с этой сейчас куколкой буду играть, вообще не представляю. Ну ладно, давайте попробуем. Нет, с этой куколкой, конечно, надо вообще прям, это как... Хотя, не знаю, даже хуже дробовика. Видели? Я даже... С одного выстрела не убиваю, получается. Мне надо только добивать, если. О, вот это добил, так добил. Вот сюда. Нет. Вот это здесь, блин, просто мясо считайте, прикольно. Ах ты, блин, я в него хотел. Меня кто-то сейчас сбоку убил. Блин, посмотрите, мы два тут с куколками на чувака, а нас сзади просто завалили. Так, пока тут... Есть. Блин, они со всех сторон, что-то, кстати, нас команда, по-моему, валит, нет? Так не кажется нам? По-моему, валят вообще только в путь нас. Здесь что-то не получается пока, они что-то вообще зажали просто со всех сторон. Ладно, этого хотя бы завалил хорошо. Этого тоже завален. О, хорошая пушка вроде. Теперь главное не попасться. Хорошо. Здесь кто-то есть? Нет.
Нормальненько, более-менее начинаю выбираться, так. Но здесь, конечно, карта вообще просто первый раз я на ней играю. Перезарядочка и бой вот сюда, вот здесь где-то стрельба была. Нет, вообще никак. Что-то, кстати, такое слабенькое. Что это? Это не калаш какой-то, вообще непонятный. О, завалил. Идем сюда. Ах ты, блин, сзади напал. Я даже не заметил ничего. Сейчас еще разочек попробуем. Это, кстати, какой-то Томпсона, что ли, автомат у меня. Ну-ка. Ну, что тут того. Критикал, но не попал. Здесь, по-моему, нас развалили вообще просто. Жесть со всех сторон. Здесь я просто вообще не понимаю даже, что происходит. Только сейчас начинаю привыкать к карте. Блин, видали, что? Зря я так сделал, ну ладно, нормально. Так, я что-то разблокировал, видели? Разблокировал что-то. Тут штука непонятная. Нет, здесь я вообще где-то в конце. Так, вот смотрите, можно пляж попробовать и давать стандарт. Давай попробуем так. Посмотрим. Ну тут, кстати, нормально. Все голосуют по-разному. Две команды, бич, да, пляж будет. Вообще круто. Поэтому давайте посмотрим. Я в самом конце, ну-ка. Может быть, сейчас получится. Давайте, все, собрался и понеслась. Вовсю рубилово просто. Все, все, сейчас быстро, чисто. Рубилово вообще на всю. Давайте. Собрались, понеслась. О! Серьезно, у меня такая штука, нормально. В голову, чисто в голову. Видали, как мне попали? Просто жесть. Так, ладно. Ничего страшного. Есть! Чисто, вот это нормально. Хоть, блин, сменил оружие. Самое главное, что сменил оружие. Какая-то еще другая штука. Идем сюда теперь. Есть. Идем дальше. Здесь, кстати, я половину оружия-то вообще даже не знаю. Так, вот там кто-то есть. А, это огнемет. Отлично, завалил. Это что такое? Типа миниган, что ли? Офигеть. Ах ты, блин, промазал. Миниган офигенная штука. Здесь пока ничего, вообще никого нет. Блин. Как можно было промазать его нормально? Нормальненько. Пока, кстати, блин, на первом месте только чувак оторвался. А так-то, блин, более-менее нормально получается. Вот сюда бегу, с этой стороны давайте зайду, посмотрю. И вот так выхожу. Почти. Огнемет, блин, прикольно. Здесь таких штук вообще наделали. Так-то вообще классно. Отлично. О, что это за штука? Сюрикен, что ли, какой-то? Что это такое? Цветочек. О, фига нормально. Я просто кинул как-то моментально, что ли, даже не понял. Блин, я половину оружия даже пользоваться не умею, но прикольно, кстати, все равно. Wow, you blew his brains out. Nice. Так, вот так вот делаем. Блин, еще сбоку зашли. Как же, я бы вот этого бы завалил, наверное. Там осталось чуть-чуть разочек. Вот это меня завалили. Даже не успел появиться. Что-то один как будто как читер играет. Но он просто, наверное, очень сильно крут. Нормально. Завалил тоже. Пока иду на третьем месте. Неплохо. Что-то коллаж здесь какой-то совсем ужасный. Так, давайте, знаете, что сделаем? Заберемся наверх. И наверху меня завалили, но я тоже кого-то завалил. Мне поддержку дали, походу. Что такое? Дробовик. Нормально. Перезарядочка, и пошлите вот сюда вот зайдем. Здесь меня тоже быстро завалили. Чувака 32, это все уже.
Завален. Что-то дали. Здесь ничего вообще не происходит. Блин, завалили все-таки того чувака. Нормально, ну чё, как вам игра? Я думаю, давайте на этом будем заканчивать. Так-то прикольно вроде бы. Пока первый, по-моему, матч самый такой нормальный был. Ну круто, блин, сделали, изменили, все классно, все сделали здорово. Люди, как вам игра? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.